племянница моя пропала. Я говорю, я не брала кредит. У меня машину украли. Никто не помогает. Ни милиции, ни депутаты. Документы были похищены. Так куда же повестку посылать? Ты бомж. Черт! К людоеду тебе надо. Извините. Пойдем со мной. Ты же сам просил работу. Бабу оставить в покое. Понял? Ты людям помогаешь. Это твое. Кайфуй. В огне погибли трое. Женщина, инвалид 80 лет и двое мужчин. Ты название нашей богадельни видел? Так, скоро выборы. Нам нужны наши деньги и нам нужны наши люди в Думе. Надо, Олег, встретиться с одним человеком. Женщиной. Женой чиновника. Ну нигде так бизнес не ведется. Я в курсе. А как ты хотел? Вы взяли то, что вам не принадлежит. Надо бы отдать. Деньги нижегородские. Здесь, в Нижнем, и останутся. Знаете, хоть с кем дело имеете. Ты, короче, валить всех и вся собираешься по жизни, а думать, когда будет. Ты пехота, а я твой пахан. Людоедом хорошего человека не назовут. Ты сам все испортил. Ну это вообще беспредел. А кому сейчас не все равно, когда денежки капают? Нет, я с тобой.